Восстановление экономики еврозоны не только продолжилось, но и ускорилось в первом квартале. Причем мотором этого восстановления неожиданно для многих стала Франция. После стагнации в четвертом квартале прошлого года, вторая по величине экономика региона, благодаря увеличению потребительских расходов за первые три месяца этого года, выросла на 0,6%. Это самые быстрые темпы за два года. В целом же по еврозоне рост ВВП составил 0,4%, чего не наблюдалось с начала 2011 года. Из других европейских тяжеловесов набирают обороты Испания, экономика которой расширилась на 0,9%, и перевернувшая страницу трехлетней рецессии Италия. Там рост ВВП составил 0,3%. Традиционный локомотив региона Германия затормозил с 0,7% роста в четвертом квартале прошлого года лишь до 0,3% в первые три месяца нынешнего из-за слабых показателей внешней торговли. Таким образом, на смену экспорту в качестве основного источника роста ВВП постепенно приходит внутреннее потребление. Эксперты отмечают, что увеличение потребительских расходов наблюдается даже в тех странах, ситуация на рынке труда которых остается сложной. Однако снижение цен на энергоносители стало толчком к росту реальных доходов населения.